Главарь банды! Ну что же, врываемся, ребята! Тогда отныне и навсегда мы будем известны как Орден Кваса! Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и сегодня мы с тобой поиграем в новенькую игрушку, ребята, под названием Soul Knight Prequel. Наконец-то она вышла. Ребятки, если что, события разворачиваются до Soul Knight'а. В общем, берите что-нибудь вкусненькое, обязательно ставьте лайкосик, также залетайте в Телеграм. В общем, начинаем. Итак, что у нас вообще есть? Особенности персонажа. То есть мы можем с тобой чисто поднастроить волосы. Ну-ка давай, блин, а кепочку можно? Вопрос на миллион. Так, ну-ка давай. Ну, какие-нибудь, знаешь, обычные. Конечно, можно прикольного персонажика такого забабахать, смешного. Лысого, например, можно. Панка можно. Ля, ну прям террария уже, смотри. Ты просто погляди на это. Так, хорош, пусть вот так вот будет. Лицо 4, лицо 5. Не, ну неплохо. В принципе, неплохо, ребята. Хорош, пусть такое будет. Хорошее такое. Такое удивленное, ребята, боже мой. Все, немножечко агрессии у нас будет. А назовем его просто Квас, ребята. Все, есть же. Давай. Квас. Опа. Ничего себе. Защитник, непоколебимый воитель, который оградит своих союзников от любой опасности. Вор, ловкий пройдоха, готовый обрушить на своих врагов шквал смертельных ударов. А пиромант, волшебник, достигший заметных успехов в изучении и применении магии огня. Там что еще, кабан что ли? Нифига себе. Душечка, привет. Так, ладно, что еще у нас есть открыть с помощью... Золотого медальона, маг бури. У нас также есть лучник и воин. Слушай, я даже не знаю. На самом деле мне прикалывает, если честно, воришка. Давай. Его может? Или что? Блин, так-то тут интересно. Вообще интересно, ребят. Я даже не знаю, чародей. Давай воришку, ладно. Пусть он, ребят, это забавно. Так, сейчас, ребят, игра только вышла, поэтому с серверами, скорее всего, будет сейчас проблема. Потому что я заходил, наверное, минут 5. Днем и ночью вам будут встречаться разные враги. Так-с. А, понятное дело, что у меня еще управление не настроено, поэтому сейчас еще будем настраивать. Думаю, тренировок на сегодня хватит. Хорошо. Нужно усердно трудиться каждый день, чтобы стать опытным рыцарем. Ох, как же хочется есть. Может, уже пойдем, чтобы успеть к обеду? Постой, что там за переполох впереди? Что происходит? Давай-ка разузнаем. Ха-ха, ну что, некуда бежать? Вот кто у нас еду таскает. Поймал с поличным. Теперь понятно, куда вся рыба из обеда вдевается. Блин, ты же котик. Боже, рыбка. Офигеть, отсылочки. И вот этот вот наш. Сейчас ты поплатишься. Блоховоз. Мяу. Мороз. Это же печально известный орден балбесов. Они издеваются над котеночком. Стоять, отпустите животное. Опаньки, у нас тут парочка козявок нарисовалась. Мы не козявки. Нет никакой чести в том, чтобы запугивать невинные создания. Слушай, а тебе не кажется, что эти клоуны... Ау, и Квас, деревня, слушай. Вы там живете, да? Что, козявки, решили сегодня войнушку поиграть? Я как раз немного не в духе, сейчас на вас отыграюсь. Квас, ты ведь умеешь постоять за себя, да? Используй джойстик слева, чтобы двигаться. И нажимай кнопку справа, чтобы атаковать. Давай, покажем ордену балбесов, на что мы способны, Квас! Вперед! Так, секундочку. Ребята! О, погоди, стоп! А то управление уже... Так, ну я, кстати, двигаться могу. Ладно, пока так, ребята. Давай быстренько их расфигачим. Хорош. Вы достигли уровня 2. Тренировка не прошла даром. Проклятие, эти козявки не зря оружие таскают. Но еще не вечер, в следующий раз вам уж не повезет. Ну хотя бы в чем-то они профессионалы. И как, малышка? Мяу. Фух, она не пострадала вроде бы. Ой, точно, у тебя же теперь новый уровень, Квас.
Нажми значок состояния в левом верхнем углу, чтобы открыть свой рюкзак. Так, понимаю. Так, давай, во-первых, я сейчас быстренько настрою, ребят, управление. Окей, так, вроде бы настроил. Да, спокойно открывается теперь. Это твой рюкзак. Ну, я на ай сделал. Слева приведены показатели персонажа. Когда уровень персонажа повышается, он получает очки показателей. Чтобы улучшить основные показатели персонажа, потрать на них очки показателей. Ого, слушай, это интересно. Это прям интересно. Вор, сила, ловкость, интеллект. Давай интеллект, силу, ловкость. Ну и, наверное, еще силу, да. Вот так вот. Все хорошо. А так, влияет на силу атаки максимальное здоровье. Влияет на силу атаки, а также вероятность попадания, нанесения критического удара, уклонения. Интеллект влияет на силу магии, максимальную ману и сопротивление стихии. Ну, то есть для нас, как бы тут видишь, сопротивление стихии. Мы не за класс мага, поэтому кожаные башмаки, обычная обувь. Блин, слушай, игра-то вообще очень интересна сейчас. Притом сюжетом, я так понимаю, круто. Сила атаки, диалогов много. Так, хорошо, ладно. «Айрон! Квас, вот вы где! Я вас уже потерял!» Мэр говорит нам. «Мэр? Что вы здесь делаете? Что-то стряслось?» «Тут такое дело, Мэй!» «Мэй? Блин, мы что, в Shadow Fight, что ли, играем? Мэй? Сейчас Титан там будет у нас!» «Мэй владела одной безделушкой, а недавно банда завоевателей украла ее!» «Ну такова уж Мэй, она решила отыскать преступников самостоятельно. Боюсь, что она нарвется на целую вольтагу из этих хулиганов и пострадает из-за своей вспыльчивости». «Что? Завоеватели опять беспредельничают? А где находится Мэй? Нам нужно поскорее отыскать ее». «Да, да, вы ведь вместе росли, так что Мэй может на вас положиться. Вы без труда сможете вытащить ее из заварушки». «Мы этим займемся, обещаю, Мэй вернется домой целый и невредимый. Пойдем, Квас!» Все? Все сделано, сейчас все нормально будет. Секрет успеха — повышать уровень, истреблять врагов, собирать экипировку. Вау. Слушай, игра вообще имба! Мне вообще прям нравится. Это при том, на телефон спокойно ты можешь скачать, бро, это вообще кайф. Да вообще, Soul Knight — это офигенная игрушка. Понимайтинг. То есть, видишь, в чем прикол? Сервачки все-таки им плохо. Им плохо, ребята. Вот, как-то тут реальчик у нас загрузился, а вот дальше я даже не знаю. А я сейчас, наверное, ну, попробую еще минут так 10-15. Ну, если что... Блин, ну серия там какая-то короткая получается. Ну, скажем так, пилотная серия, нулевая серия, да. Блин. На сервере произошла ошибка. Код ошибки 100. Пожалуйста, повторите попытку через некоторое время. О! Найс! Найс, ребята! Отлично! Отлично, вроде загрузилось. Ну, короче, да, видишь, сейчас все залетают, заходят. Поэтому... Ну, это всегда. Во всех игрушках практически, ребята. Так, ну там же уже практически загрузилось. О, есть же! Мэй уже недалеко, надо догнать ее. Давай искать проход на следующий уровень. Отлично, южные степи. Так, что у нас вообще есть? Гнол боец. Так, тихо. У нас какая-то еще плюс способности, да, у нас есть? Оу. Перезарядка навыка. Вот, у нас навык. То есть мы врываемся так быстренько. Я не знаю, за какого персонажа, может, в следующий раз мы с тобой именно будем... Кожаный капюшон. Ох, я, он его быстренько одел, слушай, супер. Уже прикольно. А, нет, сервачок, пожалуйста, не лагай. Так, это уничтожаем. Что, тут нельзя, да, пройти? Окей. Так, мини-карта, смотрим. Да, блин, братик, я ж... Зачем подорвался так тебе? Если ты и сам справляешься вообще на изи. Оу, а вот тут? Тихо. Найс. Отлично. Прикольно то, что видишь, у него огонь-то вот этот вот. Ё-моё. Так.
Плюс у нас также, кстати, зельки. Ну, ХП в левом углу. Хорош, уничтожаем, уничтожаем, ребятки. Такс. Кабанчик. Так, серебряный сундучок. Так, это мы с тобой забираем все. Брат, нормально? Ничего, что я лутаю тут все. Самое прикольное, то, что именно с друзьями можно играть, понимаете? То есть, возможно, следующие уже будут... Ну, блин, с друзьями, знаешь, играешь и понимаешь, понимаешь иногда, что они могут там какое-нибудь оружие к себе забрать. Видишь этот эффект судьбоносного предмета, Квас? Попробуй нажать значок усиления. Так, а я вот это не настраивал. При получении эффект возникает благодаря синергии различных судьбоносных предметов, связанных с судьбоносными узлами. Ага, например, башмаки и броня. Ладно. А если тебе удалось использовать два или более судьбоносных узла одного типа... Так, судьбоносный эффект становится активным. Если у тебя возникли затруднения с поиском подходящих судьбоносных узлов, то следуй простому правилу, старайся использовать предметы из одного набора. Такс. При получении определенного урона, уменьшение урона на 80%, мана восстанавливается до 20%, интеллект срабатывает с вероятностью 40%. Прикольно, а это что у нас такое при получении определенного урона? Так, скорость атаки, скорость движения. Прикольно. Слушай, интересно. Найс. Так, золотишко мы, конечно, забираем, потому что тут по-любому поторговаться можно. Так, ничего интересного. Такс. А тут что у нас? Кстати, надо вот посмотреть, вот что это. Видишь, дает усиление тяжелые раны. Вот оно что. Статуя огня. Это статуя героя. А вы можете молиться у статуи, чтобы получать их силы. Усиление статуи длится недолго. Так, ну это прикольно. Это мы уже Soul Knight знаем. Знаем, ребята. Так, главное, чтобы подзагрузилось. Вроде думает, шестереночка вращается, да? Так, ну что же, друзья, получил я эффект, притом минут через 5 только. Ну, примерно, примерно. Урон от огня, а, ну он, видишь, еще и сейчас закончится. А, блин. Ой-ой-ой, прикольно. Но я уже второй раз нажимать не буду, ребят, потому что вы сами понимаете, ждал 5 минут, это жесть, это жесть. Ну ничего, потом, понятное дело, все нормально будет. Офигеть, прикольная статуя. Хорош, кабанчик. Да блин, мы еще тут шашлычок, блин, готовим, так сказать. Так, еще что-то взяли. Вообще, по идее, нам бы посмотреть. Офигеть, это очень крутой навык. О, нет. Ой, слава богу, тут быстро все сделалось. Да, но видишь. Атаки ближнего блокируют снаряды, увеличение урона на 25%. Так, хорош. Хорош. Я, конечно, могу что-то, ребята, не взять там, к примеру. Вы особо это, не ругайтесь, ребят. Не кидайте, не швыряйте тапочками. Так, что у нас есть? Мастер-мечник. Так, так. Ловкость, божественный оберег, сила атаки, ловкость. На, вот, божественный оберег, смотри. Из одного набора. Так, также у нас... А это что такое? Это панель навыков. Нажмите значок навыка, чтобы познакомиться с описанием. Ознакомиться. Когда уровень персонажа повышается, он получает очки навыков. Тратьте очки навыков, чтобы открывать последующие более продвинутые навыки. Количество очков, необходимых для открытия определенного навыка, повышается вместе с уровнем навыка. Так. О нет. О нет, о нет, о нет. Блин, зачем я сюда зашел? Блин. Шестеренка даже не вертится. А, во. Найс. А бонус к базовым показателям. Пассивный навык. Следующий уровень. Кстати, вот это прикольно. Вы совершаете рывок вперед, чтобы избежать вражеских атак. Кроме того, следующий используемый вами навык срабатывает дважды. Активный навык. Следующий уровень. Так. То есть 4 единицы маны. Бег со скоростью. Так, длительность на секунду. Навык активируется еще один раз. Так, интересно. А это каждая третья атака гарантированно становится критической. О, следующий уровень принесения. О, давай. Ой-ой-ой-ой, ну уже у меня нету, да? Блин, прикольно. Так, ладно, все, это мы с тобой прокачали. Блин, круто! Слушай,
Мне прям игра очень-очень нравится. Так, следующий уровень. Так, ну давай, наверное, еще на уровень зайдем. Хотя, по идее, так. Кстати, вот я на М сделал. Там босс у нас, да, будет? Давай к боссу. Давай к боссу. Если что-то пропустили, ну ничего страшного. Давай. Погнали. Главное, загрузись, загрузись быстрее. Слушай, ну если тебе понравилась серия, может даже завтра она выйдет. Посмотрим, посмотрим, бро. Если тебе понравилось, поглядим. Ну либо я, наверное, в воскресенье. В воскресенье, ребята. Хотя, блин, нет. Давай завтра, бро. Давай. Босс, я был прав. Помните штуковину, которую мы стащили у ведьмы? Это... за механизм. Это механизм, говоришь, за такую игрушку можно неплохо и деньги срубить, главарь банды завоевателей. Да я всю жизнь шиковать буду, ха-ха! Босс, а как же мы? Эй, а вот и мы. Завоеватели! Лапы прочь от моих вещей! Ничего себе, это же ведьмочка, как там деревня? Стужа поживает. Зря ты на мою территорию залезла. Закрой пасть, отдай мои вещи и молись, чтобы я от тебя хоть что-то оставила. Му-ха-ха! Ведьмочка любит молоть языком! Хочешь свою игрушку вернуть? Сначала я тебя научу затыкаться, когда надо. Ой, ой. Я не думала, что они все здесь. Спокойно, мы тут на месте. Смотри, это же Мэй. Вперед! Ты в порядке, Мэй? Аарон, Квас, что вы здесь делаете? Опа, еще козявки пожаловали! Мы не козявки? Да почему нас сегодня все так называют? Из вас двоих тоже хорошие отбивные выйдут. Хватай их, ребята! Главарь банды! Ну что же, врываемся, ребята! Так, надо сначала с этими разобраться. Так. Спокойно, это наша, это наша. Тихо. Хорош. Ой-ой-ой, он злится, он злится. Так, я что-то по сундучкам решил, да? Так, что у нас по ХП? Нормально, нормально. Просадочка, конечно, имеется, но ничего. Давай вот так вот сделаем. Ну, хотя можно было, наверное, и не применять. Ай-яй-яй, пощадите, можешь забирать свое барахло. Уф, мы разобрались с этими негодяями. Хорошо, что табличка уцелела. Это ты ее все время с собой носишь? Зачем она понадобилась в банде завоевателей? Есть эзомеханизм. Так вот, табличка — это часть, которую мне дал мастер Архимаг. Он сказал, что это очень важная вещь, но я до сих пор не представляю, зачем она нужна. Архимаг, это его пропажи сообщили сегодня на доске объявлений? Какой еще пропажи? Я тебе что, не до конца мозги вправила? Могу еще вмазать. Постойте, мэм, это было на доске объявлений, честно. Видите, что пишут. Сафаракт уничтожен неизвестными злоумышленниками. Кураторы архирыцарь и архимаг пропали без вести. Как такое возможно? Я не верю. Ну все, ты меня сейчас получишь, лживая псина. А-а-а, на помощь! Не слушай, завывал Мэй. Это все враки, я уверен. Мэр ждет нас, давай возвращаться. Ладно, на сегодня хватит. Да пойдемте в деревню. О, это сюда, ребята, это сюда. Все, это мы чуть попозже там разберем, поглядим. Что мы там сделаем, что возьмем. Ой-ой-ой, кожаный капюшон. Все, это попозже все это поглядим. Давайте портал сейчас использовать. Да, все. Чтобы игра сохранилась, и чтоб мы с тобой уже все, я думаю. Так, пожалуйста. Есть, есть, быстренько все. Эх, хорошо снова быть дома. Смотрите, у доски объявлений столпился народ. Что-то произошло, давайте узнаем. Ну, мы уже понимаем, пропажа Архимага. Это же извещение о гильдии рыцарей. Сафаракт уничтожен неизвестным злоумышленником, кураторы... пропали без вести. Ничего не понимаю, значит, завывал и не врал? Да быть того не может. Архирыцарь и архимаг невероятно крутые даже поодиночке. Их разом никто бы не смог одолеть. Мэй, как же я рад видеть, что ты в порядке. Дедушка Мэр, что стряслось? Ты, главное, не беспокойся, Мэй. Видишь ли, в деревне произошли некоторые неприятности. Я уверен, что архирыцарь и архимаг пока что не пострадали.
Однако это правда. Ля, батя, это ж батя мой, глава гильдии Рома. Просто взгляд похожий, такой вот злой, имеется в виду вот у моего персонажа. Бать, ты шо, ведьмак? Однако, это правда, Сафаракт был коварно разрушен неизвестными злоумышленниками, а его осколки разлетелись по округе. Но его кураторы, архирыцарь и архимаг тоже куда-то пропастились. Что? И что нам теперь делать? Табличка, она ведь все еще у тебя. Табличка? А, ну да! Сейчас я покажу тебе, как ею пользоваться. Сперва ее нужно включить. На самом деле, этот артефакт именуется радаром маны, и он может чувствовать, где находится Сафаракт. Как я и предполагал, фрагмент Сафаракта она тоже может найти. Откуда вы знаете, как пользоваться этой штуковиной, мэр? Мудрость приходит с возрастом, как говорится. Но как этот радар поможет мне найти моего мастера? Это явно не совпадение, что Архимаг пропал, а Сафаракт был уничтожен. Сейчас нам нужно вернуть на место каждый фрагмент Сафаракта. И то верно, быть может, мы что-то сможем разузнать во время поисков. Дедушка мэр, что такое Сафаракт? Сафаракт обладает невероятной силой и поддерживает мир на всем континенте. Если фрагмент Сафаракта окажется в руках людей с дурными намерениями, то последствия могут быть кошмарными. Я понимаю, отправляясь на поиски, от меня не скроется ни один фрагмент. Если мы соберем их все, то, надеюсь, сможем узнать, куда пропал Архимаг. Вам предстоит долгий и непростой путь. Мэй, Айрон Класс, станьте сплоченной командой и помогите друг другу справиться с этим суровым испытанием. Положитесь на нас, мы еще с детства были самой бойкой троицей в деревне. Мы эксперты в области взаимопомощи. Ведь так, Класс? Именно. Господи, мой персонаж заговорил. Браво, ребята, он не как Гордон Фриман. Спасибо за помощь, Айрон и Класс. Ну и раз зашла речь, Мэй, Айрон Класс... Господи, Класс, захотелось аж бахнуть. Вы прошли обряд посвящения и доказали свое право вступить в гильдию. Сейчас самый подходящий момент официально основать ваш рыцарский орден. Сделав это, вы сможете получать официальные задания от гильдии. Рыцарский орден? Боже, мы можем основать собственный орден? Отлично, давайте создадим орден, ребята! У любого ордена должно быть наименование. Да боже, что у меня будет, Квас-Квас? Название ордена, как мы хотим называться? Орден. Кстати, на русском можно, да? Орден Класса. Любители Класса. Пойдет. Орден Класса! Звучит здорово! Ну, конечно, немножечко туповато вышло то, что меня и Класс зовут. И тут. Тогда отныне и навсегда мы будем известны как Орден Класса. Да будет так. Засим я подтверждаю, что Орден Класса отправляется на поиски с целью собрать каждый фрагмент. Клянусь, что мы сделаем все возможное, чтобы вернуть осколки. И я. Ну да, как бы. Нормально, мой орден, чё. Как хочу, так и врачу, ребята. Ребятки, давайте немного пройдемся. Ну что ж там дедушка-то все хочет нам сказать. Теперь у вас есть собственный орден, а любому ордену нужна площадка. Когда-то здесь был дом рыцарского штаба, но он уже давно пустует. Ремонт этому месту не помешает, но уверен, что Орден Кваса сможет основаться здесь. Помню, что когда-то мэр категорически запрещал нам ходить в этот дом. Если я не ошибаюсь, мэр, именно здесь прошлый Орден Рыцарей... Не будем поминать прошлое. Сейчас у деревни есть вы, лучники солнца, согревающие в эту минуту. Спасибо, дедушка мэр. Я вам обещаю, мэр, следующее поколение будет слагать легенды о нашем ордене. Что ж, Орден Квас, это начнется твоя легенда. Ну, вы тут пока обживайтесь, а мне надо другими делами заняться. Окей. Что-то подозрительный какой-то, да? Ого, мы получили целый штаб, давайте проверим тут все. Ну, это имба игра, ребятки, это просто. Слушай, если еще и друзей, получается, можно приглашать. В Орден Класса, это вообще имба. Ребят, хотя у каждого, наверное, свой орден там. Не знаю, как это будет повторить. Ой, похоже, тут долго. Ладно, ребят, в принципе, хотя бы нет. Нет, ребят, давайте сейчас еще чуть-чуть подождем. Сейчас я все подвырежу, возможно, там диалог еще какой-нибудь будет. Да, ребята, смотрите, диалог тут пошел. Ничего себе, это реально старый дом. А вы слышите музыку? Боже мой, имба, это музыка имба. Круто! Поверить не могу, что мы стали официальными орденами рыцарей.
когда-то здесь был расквартирован орден деревни. Я без ума от этих полов, давайте тут спарринг устраивать. Рыцари не должны валять дурака, Аарон. Тем более гильдия поручила нам очень важное задание. Точно, мы не должны посрамить наследие прошлого ордена. Мэй, класс, отныне мы один за всех и все за... Блин, надо было тень называться, реально, Мэй, тень. Блин, это было бы, конечно, забавно, блин. Отсылочка на Shadow Fight. Честь и слава, Орден Кваса! Честь и слава! Ну, слушай, вот так и получилось, что Iron Мэй и Квас собрались вместе и создали Орден Кваса. Да мы уже поняли, по 300 раз давайте еще повторите это. С этого началось их величайшее приключение. Блин, ну это... Ой-ой-ой-ой-ой, тут у нас, смотри, какая заставочка. Эй, я чё... По-моему, я не такого персонажа делал, эй. Чё-то он добренький какой-то, да? Блин, ну это вообще имба, ребята. Боже мой, слизень какой-то. Пираты? Офигеть, тут еще и пираты будут у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну слушай, игра просто имба. Ух. Soul Knight приквел. Да. Да нет, только не это. Ой, слава богу, тут быстро все. Отлично. Все супер, ребят. Все супер, идеально. На этом мы будем заканчивать серию. Ребят, если вам понравилась игрушка, хотите завтра серию, обязательно лайкосить. На этом все. Залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.